6 современных автозаправочных комплексов «Казакойл» появились на трассе Западная Европа – Западный Китай. Водители могут не только заправить машину качественным бензином, но и немного отдохнуть. Здесь предусмотрены бесплатные парковочные места, есть зона кафе и даже комфортный санузел с душем. Один из таких комплексов работает в Туркестанской области в районе Красного моста. Водители знают, что это почти середина пути между Шымкентом и Туркестаном. После душа с горячим кофе дорога в Белоруссию будет легче и комфортнее. Дальнобойщик Вадим Резнюк порой днями проводит за рулем, потому остановки на таких удобных заправочных комплексах «Казакойл», говорит, очень важны. Ехал с Узбекистана, заехал на стоянку, принять душ, покушать, кофе сделать. Казахстан – большая территория, а вот таких чистых, аккуратных заправок, ну да, мало. Заправочных комплексов со всеми удобствами на трассе Западная Европа – Западный Китай всего 6. Они обустроены бесплатным паркингом, есть душ, магазины, кафе, где одновременно могут находиться около 10-15 человек. Но главное здесь еще и скорость заправки. Большое количество раздаточных колонок избавит водителей от очередей. Есть 12 топливораздаточных колонок, которые могут предоставить высокоскоростные услуги по наливу одновременно для 12 автомобилей. Из них 2 выносные топливораздаточные колонки для дизельного топлива, что очень важно для большегрузных автомобилей, которых мы можем быстро и качественно обслужить. Каждая пятая машина заправляется на «Казакойл». Говорят водители, к этим заправкам возвращаются потому, что качество топлива прошло проверку двигателем и легковых, и грузовых автомобилей. Здесь всегда готовы предоставить сертификат качества, да и при желании клиента проверить бензин в лаборатории. У нас многоуровневая система проверки качества топлива. Что это значит? Она сквозная. В первую очередь мы проверяем топливо при прибытии на нефтебазу, мы проверяем топливо уже при прибытии к нам сюда, на автозаправочный комплекс, и ежедневно. Месячно каждая заправка нашей сети проходит через проверку качества топлива. Всего в Казахстане 132 автозаправочные станции «Казакойл». В них уже работают около 4000 человек. В этом году в стране будет открыто еще не менее 80 заправок под этим брендом. Марина Низовкина, Виталий Зайнтинов, Атамикен Бизнес.